Всем привет! С вами я, Александр Сачков. Я решил сделать третью часть чат-рулеток. Да, 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 да. Так, узнай, кто тебя ждет в чате. Я не знаю, это кто. Вы подтверждаете, что вам есть 18 лет. То есть это Кончита. Серьезно? Тут, там есть какие-то зомби. Я не знаю, что это. Я не знаю вообще. Я в первый раз здесь, потому что я ни разу здесь не был на этом сайте. Я просто так, ну, не знаю, нашел. Так, сразу уже девушка пошла. Так, мужчина. А где тут дальше-то? Крутить-то? Далее. О, мужики. Ну, в общем, что-то сейчас будет здесь веселый точняк. Вот только посмотрите-ка. В общем, я не знаю. Так. Серьезно? Одни мужики? Я не понял, что за хрень. Охренеть. Тетки, мужики. Чего такое-то, блин? Что так? Почему одни мужики? Смотрите-ка. Вы это видели? Охренеть! Вообще. Охренеть. Не, я... Что происходит? Ладно, я тихо посижу, ладно. Вообще... Одни мужики. Ну, серьезно, смотрите-ка. Он голый. Еще один. Еще один голый. Здесь вроде повеселее, чем было на прошлых сайтах. Эу, камеры не видно. Извините, но камеры не видно. Охренеть. Охренеть. Да. Ну что, будет кто, нет? Я не знаю, тут одни мужики, да что ж такое? Может быть... Алло? 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 Охренеть. Да, короче, все, меня достали эти мужики, все. Это тупо. Я не знаю, как здесь на теток переключиться, но я не знаю, здесь одни мужики какие-то. Я не знаю. Охренеть. Я не знаю, вроде еще теток, а приходят какие-то одни мужики. Ну, в общем, вот такой вот был выпуск. Третий выпуск. Короче, выпуск чат-рулеток. И, наверное, больше таких видеороликов не будет, потому что они у меня не получаются. Я хотел там, ну, поприкалываться над этими мужиками. Но так как я снимаю веб-камеру, у меня не работает она здесь. Это значит то, что она не будет работать. В общем, что я могу вам сказать? Если вам нравятся эти видеоролики, я в следующем видеоролике, если этот видеоролик наберет 500 лайков, я обязательно сделаю этот же видосик на этом же сайте уже с веб-камеры, чтобы она была на экране компьютера, а не веб-камеры. То есть я веб-камеру здесь отключу и сделаю только на этом сайте веб-камеру. Наверное, что-то получится прикольное.
Ну, точнее, я так думаю. Ну, а с вами был я, Александр Сачков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Нас уже, ну, почти сколько там тысяч. Дофига нас, короче, ребят. Всем удачи и всем пока!